Всем еще раз привет. Да, действительно, вы правы, потому что у победителя не была закреплена запись на стене. Мы просим прощения за этот, скажем так, косяк. Давайте проведем розыгрыш заново и учтем абсолютно все правила данного мероприятия. Ну что ж, поехали еще раз, чтобы уж точно никто не обиделся и не возмущался, что почему выиграл не он. Итак, копируем ссылку нашего розыгрыша. Переходим в наш рандом ап. Дорогой, скоро 14 февраля. Пропустим эту и 23 рекламу. февраля. И 8 марта. Итак, наконец-то она закончилась. Итак, поделившись с друзьями, вставляем ссылку на нашу группу. Только члены группы. Далее. Итак, узнаем победителя. Победителем становится Алексей Зубов. Итак, проверяем все правила участия в данном розыгрыше. Так, город вообще непонятно откуда. Запись не закреплена. Продолжаем. Закрываем Алексея в начало. Только члены группы. Далее. Опять узнаем победителя. Так, Иван Тимофеев. Переходим на страницу Ивана. Так, Тула, недалеко от Москвы. Запись закреплена. Теперь смотрим, участвует ли у нас в группах миллион. Так, участвует. Карпол Джиру. Я думаю, что все правила выполнены данным победителем. Поздравляем Ивана Тимофеева с победой. Всем еще раз спасибо, кто участвовал. Пожалуйста, не расстраивайтесь те, кто не победил сегодня. Значит, вы победите в следующий раз. Всем спасибо.